То есть вообще локал – это вот основа основ. То есть вы когда залетаете в систему, вы первым делом смотрите локал. Сколько там нейтралов, сколько там врагов, там, ну и так далее. А потом уже все остальное. Пеленгатор, там, пробки начинаете выпускать и так далее. Просто, ну, что выпускать там эти пробки, да, или пеленгатор, если там вообще пусто, нету никого, например. То есть у вас есть локальный чат. Просто вытащите это окно чата отдельно, растяните его по высоте, по длине, побольше. Открываете настройки, там есть такая шестеренка. Поставить галочку «Только текст», а потом... Да, настройка списка участников. Показать список участников и галочка «Краткий список участников», чтобы рационально использовалось место. Потом пошевелите левый край локала, в правую сторону мышкой потащите, по максимуму, ну, сусти его. Ну, вам просто не нужно знать, что там пишут. Вот этот вот локальный чат нужно спрятать вот так вот под обзорную панель, за нее, чтобы он не мешал. И вы видите только статусы людей в данной Солнечной системе. То есть вам плевать, на самом деле, как их зовут и все такое. Вам главное знать, есть тут кто-то еще, кроме вас, или нет. Нейтрал, союзник, враг, все. И сколько их. Потом, получается, у вас, скорее всего, обзорная панель, она у вас прозрачная. Поэтому в углу обзорной панели, в правом верхнем углу, такой кругляшочек. Вот на него нажмите, то есть зафиксировать окно. Оно у вас становится менее прозрачным. А чтобы оно было вообще непрозрачным, нажимаете настройки, то есть Escape. Потом общие параметры. Справа вверху вот такой бегунок, вид окна и прозрачность. Выбираете его на минимум. То есть, и таким образом, все зафиксированные окна у вас будут непрозрачные. Ну, в данном случае, то есть, обзорная панель, она будет непрозрачная и не сливаться с задним планом этого локала вашего. Он у вас всегда в таком состоянии, и вы как бы... Поэтому всегда сначала смотрите локал. Пожертвования. Донат на развитие Академии. Для того, чтобы перевести деньги, свои кровные или не свои, нужно открыть меню «Информация о Русской Академии». В открывшемся окне в верхнем левом углу вызвать меню и выбрать «Перечислить деньги».